О метео- и астропрогнозах Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор, фирменная меховая ярмарка «Морозко». С 26 по 28 декабря в ЦКИОМ «Белка» ломает стереотипы. Цена на шубы из мутона 9 тысяч, а на длинную норку 69 тысяч рублей. Приезд меховой компании «Белка» ждут покупателей по всей России. Меховая ярмарка начинает работу и в Северодвинске. Наши шубы вызывают всегда ажиотаж. За прошлый меховой сезон нашими изделиями порадовали себя почти 10 тысяч новых покупателей. И мы этим гордимся. 26 декабря, по данным гидрометцентра, в Северодвинске ночью минус 2, днем до плюс 1. Облачно, небольшие осадки, ветер южный, юго-западный, слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня застынет на отметке 744 миллиметра ртутного столба. Гороскоп гласит, суббота обещает быть очень благоприятным днем, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Звезды подсказывают, несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Особенно благоприятной суббота обещает быть для влюбленных. А на Руси примечали, каков этот день, таков и январь месяц. А подготовиться к холодам поможет наш спонсор – фирменная меховая ярмарка «Морозко». С 26 по 28 декабря в ЦКИОМ норковые шубы от 69 тысяч рублей. Фабрика «Морозко», с нами тепло. На этом все, до встречи!